Приветствую тебя на канале. Это видео о том, как подключить вилку СССР. Вот, старого образца, совдеп. Чем она отличается от современных вилок? Вот они, современные вилки. Называются они евро. Значит, у вилки СССР ригели вот эти тоньше. Соответственно, если в розетке нет поджимного контакта, тогда она может выпадать. Еще вилка современная отличается тем, что у нее есть третий контакт, земля. Вот. А в обычной, как правило, советской вилке этих контактов нет. Также еще были такие круглые вилочки, тоже разборные, советские. Вот. Но принцип у них у всех один и тот же, подключение. Значит, начнем. Вот она вилочка. Здесь обязательно, скорее всего, есть у нее винт. Откручиваем этот винт. И раскрываем. Значит, вот они, два ригеля. На каждом из них стоит что-то наподобие клемника. Тоже откручиваем. Освобождаем проходное отверстие. Так. Вот. Далее нам нужно зачистить те провода, которые мы сюда собираемся подключать. Но я буду для демонстрации подключать вот такой вот LED-прожектор. Сразу вам покажу. В основном современная техника, например, как этот LED-прожектор, имеет три контакта, а не два. Третий контакт, вот этот, он, как правило, желто-зеленый. Это земля, заземление данного прибора. Делается это для того, чтобы, если пойдет пробой на корпус, и вы возьмете за него рукой, то вас ударит током. А если есть заземление у прибора, то все уйдет, весь ток уйдет в землю. Вот. Для того, чтобы не путаться, и вообще, так как у нас здесь нету этого третьего контакта, мы его просто заглушаем. Добрый. Заглушаем изолентой.